Ну что, друзья, всем привет, это канал Шоу 74. Наконец-то в Челябинске солнышко. Мы на тракторозаводском рынке. Начинаем сегодня вот с блошиного рынка. Чего только здесь нет. Даже парики, топоры, гаечные ключи, кастрюли, посуда, шмотки, обувь, игрушки, замки, ручки, колпаки от колес, куча всяких проводов, блоки питания. Монеты. Деньги. Значки и так далее. Блошиный рынок очень большой, на самом деле. Прям очень большой. Я весь его проходить не буду. Сейчас развернемся в сторону птичьего рынка. Будем снимать то, что нас интересует. Буду показывать, рассказывать. Сегодня буду разговаривать с продавцами. Она барахолка огромная, но прям здесь вот при входе на птичий рынок у нас вот такие вот птицы, дикари. А это в маленькой клетке, это кто? Денис. Разновидность. Овсянка. А, овсянка, да? Овсянка корейская. Их много разновидностей. Ну что же, идем на птичий рынок. Начнем сегодня с этой стороны, у Марины, как всегда, корма, вот цены, дафны, гамарус сушеный, хлопья, палки, гранулы, все что угодно. Сережа у нас что-то ловит. Рыба Сергея. Золотые маленькие тарелочки. Черноморские скалярки. Алексей привез сальвинию опять. Это не сальвинию, это пистия. Пистия? Это пистия. А чем отличается? Сальвиния, она другая. Сальвиния мельче, что ли? Мельче. У нее листья круглее, да? Да, и она помельче. Ага. И она как бы кустом так разрезает. Понятно. Что, есть что-то новенькое? 180. А? 180. Нам девочек парочку. Хорошо. Сделаем. Что-то. Мультиколоры как не симпатичные. У вас есть во что? Вам девочек каких? Голубых или голубых? Эти ремерези. Ремерези, да? Да. Как называется гупёха? Гупёха называется канада. Или что, одну блю возьму? Знаете, я вам скажу там, я хочу вот эти убрать. Сейчас. Я вам подам вот банку, ловите туда. Ложки.
Вот тогда уже не будет к ней претензий, что сами выбирают. Ротики детарушки. Видно вам? Мы вам отслушаем. Народу покажем. Кометы? Все одно и то же, ну? Там эндлеры, да, есть? Это вот, кстати, такой, это вот что за эндлер такой? Вот это ж, голубой. Это голубой эндлер, да? У меня просто краснохвостые были такие. Были у нас краснохвостые. И вываливает. Вот эти подпалят. Дом не наебали. Ну, я говорю, там вываливаю. А вот эти баллоны, как называются? Филомена. Филомена. Видишь, какие? Ого, какие красные есть. Вот этот, смотри. Филомена. А где финики-то? Баллон, да? Да. Вот, ребята, эмоции. Клоуны. Кто спрашивал? Очень редкая рыба, очень забавная. У дяди Димы появилась. Цики, вальки, курики. Балу акулей и лисичка Геринохилус. А еще вот большой сом, это кто? Агамикс. Вот он. Вот он, вредничает. Барбусня. Мальки. Корма. Водорослиеды, вот макрогнатусы появились. Акантофтальмусы. Лабио маленькие. Всякие разные. Птер. Корики альбиносы. Симпатично. Макрогнатусы почем? Сейчас позвоню парню. Скажу, что появились. А это тоже они же, да? Нет, просто это. Может, это мастоцимбелы. Они маленькие, ты их фиг отличишь. Милончики. Попугаи сапфировые. А это что за самые, как они называются? Я бы сама получил вот эти. Сом платидорус. Ага. Черный звездочный ага. Каньончик. Денис платидорус. Я помню, в камни упадет, их не пить. Денис Каляри. Смотрите, какой голубой парень. Офигенный. Такой-то рыбки улитки у них всех. И вот такие вот красные. Ну золотые были. Золотые этих рыбок не съедят. Улиток этих не съедят. Почему-то куда-то они делись. Милане комнатная рыбка. Улитка такая, все перепутал. Это был апарский. Пойдем дальше. У нас клетки же маленькие. Давай, говорит, у меня клетка. А давай одного вот этого, одного вот этого. Ага. Не, я вот все для кого. Девочка. Усачи. Акцент Усачи.
РР. Это вот наши каны. Лягушня, анцики. Данио, гуппи. Если хотите, цены расскажу. Лягушки по сотке, анцики по 70 рублей, данию по 30, гуппи 40, малавийцы 100-150 рублей в зависимости от размера. Промис эсбул по 150 рублей. Такие вот ребята будут, очень красивые рыбы. Скалярки крупные, вот там есть бречицы. Они мелкие. От 100 рублей. Глошки. Тернышки по 40 рублей. Красные по 80. Это вот гурами принесли. По-моему, самец. У нас как раз девчонки одной самца не хватает. Надо кому попугая. Ребята, забирайте вот такой вот попугай. Всего лишь 1000 рублей. Серых оставь, серые мне. Снова циклиды, если малавийцы. Цены разные. Барбусня. Все цены разные. Вот. Камушек. И кому-то внешник может быть нужен акваэль. В очень хорошем состоянии. Демоны, они идут синие, они этот черный сбрасывают. И ножиков возьмите. Ножик — это брутальная рыба, там такой будет формат классный. Они плоские, как для ножа. Цвет сапфировый, плавники красные. И самое главное, они берут на морде. Такие вот средние. Игоря Филиппова травка. В Екатеринбурге, да, там возьмешь. А здесь 100%, можно посмотреть. Я всю жизнь не понимал. Вот так вот, ребята. Такой он птичий рынок у нас, очень небольшой. Ассортимент есть. Сегодня в кормежки не пойду, нет смысла. Все одно и то же. У кормильцев ничего особо не меняется. Всем удачи. Увидимся на канале. Это шоу 74.